Так, тут труп. Блять, чё это за хуйня? В смысле, блять? Чё это, блять, за твари? Ёб твою мать. Это, блять, метро или это какой-то сраный Resident Evil, блять? Привет, интернет, меня по-прежнему зовут Баба, и мы продолжаем проходить метро Исход. Местные не особо рады нас видеть. После войны у них тут образовался настоящий технофобский культ. Его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать, но... С помощью удерживаемой культистами женщины по имени Катя... Мне удалось ускользнуть. К счастью, удалось обойтись без жертв. Катя рассказала о скрывающемся в порту механике, который мог бы помочь нам починить Аврору и перебраться через мост. Похоже, стоит к нему наведаться. Сегодня мы к этому механику и наведаемся. Так, в прошлой серии мы поборолись с сектантами. Поклонниками царя Водяного. Но суть не в этом. Там я все прошел по стелсу. Я умничка, я ниндзя, как говорит Аня. Вне записи я еще немножечко тестировал графику, побегал. Параллельно я получил из оружия, я забыл, как это называется, тихарь или как-то так, короче, пушка. Вот. Разобрался с инвентарем, скрафтил себе две аптечки. Из того, что было, немножечко прокачал пушки. И на этом, в принципе, все. Здесь нам делать больше нечего, поэтому я предлагаю сразу же отправиться в порт, искать того чувака, который поможет нам починить Аврору. Погнали! Так, я так понимаю, мне сюда, насколько я помню. Да? Да, вроде бы да. Так, там просто Сэм что-то говорил о лодке. В нее мы и сядем, и поплывем. Надеюсь, тут не будет кучи тварей, которые будут мне мешать. Да, мне прямиком вот просто садись и плыви. Что-то слишком тихо. Нехорошо это, мне кажется. А, ну да, я понял. Да, я понял. Так, тихаря, наверное, надо спрятать. Лучше взять либо пистолет, либо автомат. Автомат, я думаю, даже лучше будет. Дробовика пока что нет. Поэтому как-то так. Потихоньку, аккуратно. Не думаю, что их будет прям сильно много здесь. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Так. Блин. Не получается, надо будет вот этот полуостров целый оплыть. Ладно. Плыть придется много. Ну, что поделаешь? Возможно, получится как-то с другой стороны зайти. Так, я вижу, что там уже мне навстречу выплыли. Ну, вроде как они не нападают. И это хорошо. Блять, там эта огромная тварь, сука. Надо, короче, тут поворачивать. Я чё-то, блять, очкую к этой огромной хуйне плыть. Вот тут я вижу, стоит лодка еще.
Я думаю, что я тоже могу здесь где-то пришвартоваться. Так, давайте вот так как-то аккуратненько, аккуратненько завернем. Хорошо. Фу, блядь, сучка. Блин, хпшки уже мало. По факту это правильно, что здесь не возобновляется хпшка, но обидненько. Привык я немного к другому по прошлым частям. Так, тут закрыто, к сожалению. Так, есть ли смысл вот тут что-то искать? Я думаю, да. Или нет? Ладно, ничего здесь нет. Надо как-то пробираться дальше. Вон туда. Хорошо. Ну, погнали, погнали. Попытаемся как-то... Я могу вот эту штуку как-то разрушить прикладом? Нет, это так не работает. И по-другому я тут тоже никак не обойду, я понял. Там как раз тут чувак крест что-то кричит. Так, тут труп. Блять, чё это за хуйня? В смысле, блять? Чё это, блять, за твари? Ёб твою мать! Это, блядь, метро или это какой-то сраный Resident Evil, блядь? Чё это, блядь, за зомбари? Какого хуя? Я чё-то даже пересрал, я такого не ожидал. Охуеть, их там дохуя. Так, надо чекнуть, может быть, здесь есть что-то полезное. Отлично. Плюшечки. Так, хорошо. Блять. Да сука. Ну и противные твари. И охуеть, какие живучие, блять. Им надо прям в голову стрелять, иначе, блять, практически все пули идут в молоко. И, кстати, патронов не так-то много и осталось на самом деле. Херово. Ну, надеюсь, что больше этих ублюдков здесь не будет. И сейчас, как назло, вот я сюда залезу, и тут, блядь, мне на голову какая-то хуйня спрыгнет. Я, блядь, практически уверен в этом был, но нет. Так. Тут ничего интересного. Блять. Сраные пауки. Так, тут пусто. Это крест? Надеюсь, что это не он. Нет, это какой-то другой тип. Скорее всего. Хрен его знает. Так, мне надо... Вон сюда идти. Вот к тому огромному крану. Блять, но с этими тварями меня прям метро удивило. Чего-чего, а увидеть здесь каких-то зомбарей, блять.
Я не ожидал. Эй, там, внизу! Паря! Ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелу опущу! А, я вижу, где он. Окей, давай, опускай стрелу. А, надо мне сначала подняться на крышу, потом он опустит стрелу. Блять. И там уёбок, и там уёбок сидит. Надо как-то аккуратно все это обойти, наверное. Хорошо, я могу вот здесь подняться. Отлично. Может быть, и не придется с ними сражаться. Так, потихонечку, вон так, аккуратно, вот так вот, вот так вот. Хорошо. Ну, я думаю, я на правильном пути, я на это надеюсь, по крайней мере. Или нет. Блять. Такой огромный круг сделал. А зачем? И по факту я мог даже не красться здесь. Сука. Надо было все же красться. Ай-яй-яй. Успею или нет? Лезут, суки. Хорошо. Не сюда прыгать? Чувак, я не достаю. Опускай стрелу. Там вижу еще один ублюдок, но его убили, хорошо. Еще лезут уебки. Кажется мне, что мне может не хватить патронов. Сука, заклинил, блять, дрянь. О, солнышко вышло, они боятся солнца. Бля, какой красивый закат. Точнее, восход. Красиво, красиво. Так, блядь, я застрял. Я здесь, поднимайся! Иду, мужик. Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуже мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали. Ну, так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во. Бля, как же красиво. А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот-то намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра.
Думал, торганул по дороге. Черта с два. Еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы и ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Давай. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так. Охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Не, ну по сравнению с прошлой частью, это прям небо и земля. А сейчас неудивительно, что, блядь, подлагивает, потому что, блядь, прорисовка, сука, аж до дальше той церкви, где я был. Поэтому чё, блядь, удивляться, что игра может подтормаживать, это же охренеть. Тут логово моё. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материал вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Блин, давай, уютненько так. Пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что Давиду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. А, тут что-то еще есть, да? Рванем, братка, на восток. Что я могу на верстаке делать? Тут ничего нового, но я создам еще одну аптечку на всякий пожарный. Так, я могу делать патроны. Я вот тут у деревенских махрой разницу. Ну, дробовика у меня нет, нету смысла, а вот... Козлам не понравился. С тех пор они мне ни в деревню, ни к мосту и не... Блять, а патроны так-то достаточно дорого стоят, чтобы их крафтить. Ну ладно, одну пачку сделаю. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Так, еще оружие можно почистить. Отлично. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья, это другое дело. Взять хоть уродов этих. По одному они тьфу, соплёй перешибить. Вот стая, это совсем другой клинкор. Разозлил, делай ноги... Химикаты тратятся, конечно, я за чистку, надоел. Охренеть. Все барахло побросал, в одних штанах, считай, удрал. Блин, ресурсы здесь охренеть, блять, ну, насколько это, важны. Он уже подбешивает, он говорит и говорит, говорит и говорит. Так, ну, чинить противогаз мне не надо. Тут обосновались недавно. Так, спартанский шлем. Хрен поймешь. Тут я ничего не могу сделать. Тоже ждут чего-то. Тут ничего. С ними лучше не связываться. Ну, могу еще компас к наручам прицепить. Пусть будет, почему нет. В принципе, все, больше ничего я не могу сделать. Хорошо, блин, прикольно, столько всяких новых фишек. Так, 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 это уже лишнее. Так, окей, что-то еще я могу здесь взять полезное. Вроде бы больше ничего тут нет. Какая-то фотография. Красиво. Для коллекции сойдет.
Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Окей, мужик, как скажешь. Погнали! Удобно. Вот только мне кажется, что меня здесь уже ждут, наверное. Разве нет? Так, вон там что-то есть. Правда же? Не просто же я так сюда лез. Да, да, есть ресурсики. Да обойди ты. Так, хорошо. Тут больше ничего нет. Куча ящиков, а ничего полезного. Артём, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Блять. А, тут я... Тут я уже был. Она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда. И вообще, хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы. Конец связи. Блин, я понял. Бегу за Аней. Ой. Давай ты иди своей дорогой, я своей. Не? Ну я же, блядь, хотел по-хорошему. Ой, блядь. Кажется, это было слишком громко. Блин. Так, хорошо. Бежим вперед. Так, где там что Аня увидела? Блять, заметили меня, правда? Или нет? Так, я хочу чекнуть, что здесь есть. Так, тут есть верстак, это, конечно, хорошо. Короче, ясненько там что-то рассказывает. Крест, это не особо интересно. Ну, я даже дослушал до конца. Хорошо. Ладно, бегу дальше за Аней. Чё это, блядь, за дыра? Блин, прыгать мне туда или не стоит? Но, кстати, мне сюда... Сюда мне и показывала стрелка. Хорошо, с Аней. Но с Аней не совсем все хорошо. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Дурёха. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Какой-то бункер. Так, надо найти способ выбраться отсюда, как я понимаю, да?
Ладно, пошли. Сраные пауки, блять. Так, тут закрыто. Ну, как бы здесь были люди, здесь куча, блядь, вот этих баллонов непонятных. Скорее всего, радиоактивных. Предположительно. Так. Я могу... Типа, что это значок значит? Что я могу прострелить? Да. Хорошо. Ух ты. Это какой-то хорошенький такой калаш, да? Ну, по идее, да. Отлично. Так, радио. Так, заметка какая-то. Больше здесь ничего нет. Хорошо. Какой-то кролик, походу. Так, куда дальше, куда дальше? Блять, такой лабиринт, пиздец. Так, хорошо. Блять. Наверное, лучше пистолет взять против вот этих тварей. Заметил? Да, сука, заметил. Хорошо, убил. Так, терпи, Артём. А, уже не можешь терпеть. Уже давно терпишь, я понял. Ладненько. Даже с одной пули с пистолета в голову он, сука, не умирает. Так, надо брать автомат. Блять, сука. Ай-яй-яй. Противный уёбок. Уйди, сука. Так, вовремя завязал аптечку. Хорошо. Это, блядь, уже какой-то survival horror. Ну, прям патронов не хватает. Твари прям на самом деле, ну, пугают. Ну вот сейчас метро стало больше похоже на хоррор, не знаю. Не знаю, почему мне так кажется, но какое-то такое впечатление все же есть. Хорошо.
Так, так, я выключил, надо включить. Повсюду свет, отлично. Электричество я пустил. Чуть позже фильтр поменяю, не сейчас. Уйди, сука. Да, автомат, кстати, хороший. Выход. Так, включим свет. Есть какие-то еще? Блин, вот так прям хожу и прям ищу патроны. Потому что понимаю, что, блин, их не так-то и много здесь. А тратятся они быстро. Так, фонарик, чтобы зарядить, надо. Хорошо, подзарядим фонарик. Так. Где-то здесь должна быть Аня. Да меняй фильтр, не тупи. Так, что это за штука? А, это я открыл вон те огромные ворота. Сэм? О, Сэм уже здесь. Так, Аню забрали? Да, хорошо. Хорошо, Артём нашел. Вовремя. Чё это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А Майку, может, местные повесили, чтобы подальше Спасибо, кураться. Родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, патроны понесли? Еще лицо чего? У нее, конечно. Я сама. Сама пойду. И вырубится сейчас. Пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь бери ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Ну все, погнали уже. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Все, мы пойдем уже. Правда, мне лучше. Все нормально. Я понял, значит, мне надо самому идти, да? Как настоящая база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали. Хорошо, ребятки, давайте здесь мы остановимся. Блин, не знаю, мне с каждой серии все больше эта часть метро нравится. Прошлые части прям что-то как-то проходились, ну да, ну неплохо, но вот тут прям интересно, прям круто все. Ладно, на этом все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. А мы с вами увидимся совсем скоро. Спасибо за просмотр и всем пока.